макароны, сахар, мука. Поставился. Есть все в наличии? Да, пожалуйста. Действительно ли в продуктовых магазинах региона дефицит? Губернатор Дмитрий Азаров проверяет, хватит ли продуктов. Директор магазина рассказывает, поставки идут без сбоев. Бытовой химии, консервов и круп достаточно. Поставка была сегодня. Была с утра, да и гречка была с утра, она закончилась. Мы еще раз сегодня привезли. Ну вот сколько был перерыв, когда вот эти полки были пустые? Ну, час-два. Часа два. Да. Ну то есть вы оперативно восполняете запас? Продавцы рассказывают, активность посетителей с начала недели резко возросла. Люди стали покупать в разы больше товаров. Магазины на возросший спрос реагируют оперативно. Поставки увеличивают. Продукты есть в достаточном количестве. Просто нам сейчас вот приходится, например, не две поставки получать в день продуктов. Сегодня, вот, например, сейчас вечером пришла четвертая поставка. Никакого повода для паники нет. На складах есть все необходимые товары. Пугается? Боятся, наверное, старушки, которые пережили блокаду, наверное. Боятся, что опять повторится. Но сейчас другое время. Чего бояться? После проверки Дмитрий Азаров обратился к жителям в своем инстаграм-аккаунте с просьбой не поддаваться панике и не создавать искусственный ажиотаж. В регионе достаточный запас товаров всех категорий. Лариса Шалафаст, события.